То, что у меня именно день рождения в мае, потому что май — это вообще просто самый любимый месяц мой. Вот. Нет, у меня день рождения. СВБ-подвеска. Сколько отдаешь за бьюти-процедуру? Я не знаю. Честно, ребят, я не знаю. Я не считаю деньги. Да, Вика, я видела. Мне 21 год. Произошло там сложная история, и все это из-за взаимоотношений сложно. Вот, поэтому сейчас я свободна, у меня все хорошо, я не переживаю, не нервничаю, вот. Но скинула я нормально, я скажу, что я скинула 7 килограмм точно. Ну, это не очень есть хорошо. Ну, сейчас я, например, не могу набрать вес от слова совсем. То есть я ем нормально, но я не могу набрать. Не могу вообще. Так и я, в принципе, ела нормально. Просто я в таком была Всем привет, 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 привет. Вот даже сейчас у меня нет аппетита, вот есть от слова совсем. Мне папа положил отбивные, я съела одну штучку. Как будешь это отмечать? Я думаю, что в ресторане буду. У меня 7. А может 6. Я не знаю, я не могу сказать точно, правда, не могу сказать. Поэтому не хочу вводить заблуждение. Спасибо большое. Все, вообще не хочу кушать. Хорошо. Не было комков. Не, ребят, не было. Спасибо большое, Людмила. Не, больше не буду. Я хочу сказать так, знаете, если у косметолога руки не жопы, то комков не будет. А если еще правильно массаж делать? Например, вот я, если говорить за себя, то у меня никогда не было никаких проблем. Вообще никогда. То есть я знаю, у девочек там просто трэш творился. Не знаю, просто повезло. Спасибо, девчонки, вы тоже. Какой у тебя вес и рост? Вес у меня 59, рост у меня 1,73 м. Ну, 58. Так бывает, варьируется, 58-59. Город Минск. Нет, не мигрирует. У меня ничего не мигрирует, не знаю. Ну, блин, просто, понимаете, во-первых, я не колю никогда миллилитр. Для меня это строго запрещено колоть миллилитр за один раз. Я всегда делаю 0,5. И когда ты делаешь понемножку, в принципе, априори не будет никаких комочков, не будет никаких миграций. Если ты, конечно, делаешь сразу миллилитр, то, блядь, ну там губища губищами, понимаете? А так, если ты по чуть-чуть, то препарат хотя бы может нормально, короче, распределяться. Вышел новый айфон? Нет, новый айфон еще не вышел. Так и я сама себе купила айфон. Зачем мне кто-то? Откуда-то я из Беларуси, город Минск. Ребят, понимаете, можно не только, не знаю, что-то делать за айфон. Можно и самой купить, прикиньте. Я купила 14 себе. Мне нравится 14 тем, что, во-первых, цветовая гамма. Мне очень нравится фиолетовый. У меня был фиолетовый, и я купила себе фиолетовый. То есть был выбор между 15-м розовым и 14-м фиолетовым. Я, короче, да, купила 4. Да, я сама купила. Блин, у меня гордость, честно, за то, что я сама реально купила себе телефон. Я очень рада. Спасибо про губы. Что красиво, какие заведения можешь посоветовать в Минске? Мне нравится Marble, мне нравится Fabric, это база, наверное. И мне нравится... Какой мне еще нравится?
Блин, я не знаю, ребят, честно. Воистину воскрес. Сколько стоил? Я покупала очень как-то, мне повезло по ценам, за 200. Но я брала на 128 гигабайт. Пока что памяти хватает, потом в теории я понимаю, что будет мало. Но я хочу себе купить 15 Pro лет. Почему я тоже 14 на 128 купила? Ну, потому что я покупала, во-первых, я нашла сайт Sevi, thank you. Нашла сайт, на котором он стоит 200. Потом у меня девчонка покупала, которая делает реснички мне, вот в Gadget Store, который, ну, это минский интернет-магазин. И она покупала за хорошую цену. Они говорят, что если вы найдете по цену айфона ниже, чем у нас, то мы вам сделаем еще ниже, чем у них. То бишь, вот так вот и получилось, что мне просто повезло, грубо говоря. Вот. Не было, нет. Новый. Короче, очень выгодно, я советую всем этот интернет-магазин. Плюс ко всему, чтобы вы понимали, пауэрбанк в подарок, защитное стекло в подарок, еще в подарок то, что было, я не помню. Ну, короче, очень всего. Да. Так у них такое, типа, стоит само в этом, в описании. Как называется сайт? Gadget Store. Интернет-магазин можете в Инстаграме найти. Я хочу купить, но хотя бы в магазине. Ну, ребята, я вам скажу так, что в МТСе, в вот этих вот А1 покупать вообще бессмысленно, потому что я просто вчера заходила и смотрела ценник. Там 3000 стоит. Это такая наценка огромная. Это вообще бессмысленно. В МТСу. Спасибо большое, девочки, вы тоже красотки. Hi from USA, hello from Belarus. Короче, вот такие делишки. А если еще в кредит бьешь, там, то переплачиваешь, да. Это вообще фигня, я считаю, что лучше сразу отдать деньги и не переплачивать. Вот. Просто у меня, говорю, у меня просто горело уже, я хотела новый телефон, и мне уже было все равно. Я такая, все, быстрее уже надо купить что-то. Я бы могла прошку, типа, подождать, купить.